Всем мое почтение, особенно братьям и друзьям казахам. Казахстанцы, вы молодцы, вы держитесь, не сдаетесь. Но вот тут появилась такая новость, что так называемый президент Токаев, который является ставленником Назарбаева, ввел чрезвычайное положение с 5 января по 19 января. Это просто трэш. Этот марионетка Назарбаева фактически хочет подавить волю народа Казахстана. Я лично считаю, что нельзя поддаваться на эти угрозы, на это чрезвычайное положение. Нужно не оставлять свою борьбу, сопротивляться и продолжать борьбу за улучшение жизни, за улучшение качества жизни. Не сдавайтесь, друзья, не уходите с улиц, с площадей, иначе эти клан Назарбаева рано или поздно задушит вас поодиночке. Пока вы все едины, вы сильны. Не поддавайтесь на то, чтобы вас подушили по домам.